Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, усаживайся поудобнее, знаменательнейший день у нас получается, по той причине, что я уже забыл, что такое роли с героев. Вот ты мне скажи там в комментариях, напиши, когда я последний раз ролил героев, ну прям так, что по отдельному видео и не на своем аккаунте. Правильно, очень давно, и сегодня я буду вспоминать, как это делать. Нахожусь я на своем аккаунте, хотел сказать, нет, это не мой аккаунт, нахожусь на аккаунте игрока под ником RedKill 32 803 1000 силы. Будем здесь ролить. А ты пока садись поудобнее, там заваривай пельмешки, ставь лайк. Вот, не забудь подписаться. Про всякие эти колокольчики тоже долбани там, чтобы нормально все было, не пропускать ничего. И, кстати говоря, мой подписчик находится в гильдии под названием «Наша Эра». Принимаются игроки. Вот атака портов 20.00. Через WhatsApp, да, заходим, номерочки, видите, туда пишете. Такие, я хочу вступить в активную гильдию. Я не буду пропускать атаку фортов, битву гильдии, Нарсию. И все, тебя, конечно же, с удовольствием примут. Ладно, что у нас получается? Давай не будем терять времени зря. Идем сразу сюда. Смотрим фанатика, мы не выбьем, так? Так, дальше. Что там еще? У меня почти все герои есть, кроме фанатика. У меня тоже фанатика нету. Что там еще? О-о-о-о. Ага, блин, серьезно? А, то есть мы типа эпиков будем выбивать. Это королева мумий, Фрости и жрица воды. По сути, да, мы будем пытаться выбить три эпика недостающих. Короче, сложная задача у нас будет стоять. Жрица воды, Фрости и королева мумий. Запомните, пожалуйста, потому что буквально через 5 секунд я все забуду. Я как рыбка. Так, у нас уже тут около 74 тысяч самоцветов. Короче, 75 тысяч самоцветов на роллинг, и помимо этого, у нас еще это идет, карнавальный торт акция, да, мы вот это вот все будем забирать, сейчас тратить это, потом ништяки в конце открывать, так что давай, давай, что-то там себе покушать наложил, чайку заварил, ну-ка полетели, давай, не останавливайся. Как вообще ролите? Там через что? Через алтарь, да, вроде, а вот алтарь, вот, да, сейчас через него возьмем, паролим, да, вот, давай, кристаллический эктоплазм. Сноузила, вот, я надеюсь, из-за того, что я давно не ролил, не будет такое, что, как бы, я свой опыт, набитую руку подрастерял, да, и сейчас ничего падать не будет, будет, конечно, обидно, ну и нас, походу, да, грубо говоря, нас не заботит это вот фиолетовое свечение, нас заботит оранжевое свечение, это тот момент, когда падает... эпический герой, но мы уже десятку потратили, как бы оранжевого свечения не увидели. Тут дело такое, как бы мы его вроде можем и увидеть. Вот мадам Бо, повторочка, окей, хотя бы так уже хорошо. Мы его можем увидеть, а можем и вообще не увидеть, понимаете? Вот это как бы тут все по злому, ребята. Тут очень опасно в этом плане. Потому я даже боюсь делать какие-то предположения по поводу того, что у нас там получится с этим роллингом, не получится. Говорю, возможно, я подрастерял хватку, пока не ролил вам. Бога не ролил вам, да, кто хочет дать аккаунт на роллинг, там, давайте от 60 тысяч уже. Ссылочка в описании, там, пишите заявку на роллинг, и я тогда ролю. Потратили... Оу, мисс магия, потратили. Ну, как бы и просто повторки хороших героев неплохо, да, им типа можно там эти реликвии прокачать. Но потратили мы уже больше 25 тысяч самоцветов, но пока что упал только один эпик, и то, ну, повторка. Это хорошо, повторка классно, но хотелось бы выбить недостающих. Они как бы что-то, ребят, не выбиваются. Атлантикор, кристаллический, одержимый, циклоп. Что-то как-то грустненько, давай дальше. Ниндзя, паладин, серьезно, 2020 год, блядь, медуза, махатма, че, я не знаю, давай тыкву там еще из 2014 года, давай, сучка такая. Да, ну ладно, давай. Давай по 150. Что-то как-то не прет. Я думаю, сейчас хозяин аккаунта очень жалеет то, что я ему предоставил. То, что он мне предоставил, как бы, свои самоцветики на трату, потому что что-то нихера у меня не получается выбить. Грубо говоря, уже больше, чем половину самоцветов потратили, выпал только один эпик. Это какое-то издевательство, друзья. Это что-то как-то вообще подкручено. Джиджи, что-то вы там как-то без меня подрасслабились, да, с роллингом. Что думаете, если типа князь перестал ролить
подписчикам героев, то все, можно теперь дропа не давать. О, смотри-ка, о, как я с ними заговорил, сразу с парки выпал. Повторочка эпическая. Но нам бы хотелось бы что-нибудь недостающее, понимаешь, Айджи. Дядюшка рандом, давай, что ты, ёпта, не подводи. Рыцарь тьмы, воу-воу-воу-воу-воу, секач, о, смотри-ка, испугался, зауважал. Зауважал, вот. Ну, давай нам недостающего. Давай нам недостающего. Ну, секача выбить, это, конечно, круто. Не знаю, как там у человека секач прокачан или нет, но повторка секач, это прям вообще здоровски. Это прям вообще хорошо. Ну-ка, давай, триант, медуза, капитан Дрейк, паладин, ёпта, 17 тысяч самов осталось. Где? Где? Давай, нам недостающего эпика. Дама холода уже который раз падает. Ну, вы серьезно? Вы серьезно вообще? Вот и чё? Ледяной Феникс, ёпта. Или капитан Дрейк, Сноузила. Да ёпта. Да что это такое? Ну, как-то, ну, это что, нормально вообще? Ну, типа, блядь, нормально общались. 8000 самоцветов остается. Потом уже ништяки только будем открывать. А с ништяков там вряд ли как бы упадет какой-нибудь эпический новый герой. Суки, дайте нового героя. Я хочу выбить. Обновление было. Я хочу выбить нового героя, блядь. Айджи, ты шо, блядь? Там вообще попутало берега. Камон, где там этот Спарки? Ой, не Спарки, а Фрости. Хуёсти. Где оно все? Где это добро? Хочется больше добра, осталось меньше... Вообще не осталось самоцветов, сука, последняя попытка, ничего не выпало. Что за херня-то, а? Не, ну как бы, ладно, подожди, давай глянем, может там... Может, как бы там... Не, ну выбили три повторки, но такой себе, ну он секач, ёпта. Посмотрите, он и так красавчик, но если ему вот для этой штуки, да? Вот. Вот одну повторку выбили, ну... Надо было хотя бы две выбить, короче, что-то здесь залупа какая-то. Ладно, заходим сюда, ребят. Карнавальный торт, теперь мы можем это все забрать. А, вот, забрать все. Все забрали. И что мы забрали? А, смотри-ка, мы еще секача забрали. А, то есть он сможет его дальше прокачать. О, еще 10 осколков этого... Ну, окей, но это улучшение, подожди, энциклопедия героев. 10 осколков Динамо. Динамо здесь 4 осколка, значит, я предполагаю, что Динамо все-таки есть на аккаунте, да? Да, слушай, у всех есть Динамо, один яловых. Ну ладно, куда ни плюнь, у всех Динамо. Жестко, жестко. Окей, ладненько, ладненько, ладненько. Что мы делаем? Мы открываем ништяки, друзья. Мы смотрим, кстати, сколько осколков Динамо упадет. О, вот что интересно. Снеговик, о боже. О боже, 2020 год. Нам упал снеговик. У-ху! Так, давай, что здесь? Так, окей. Мешок с эмблемой 7 уровня. Опачки. Опачки. Тут что у нас? Тут ресурсики, тут ресурсики. И ресурсы. Вот тут и как бы. Я вообще, я сейчас куда не смотрю, мне все время. Меня зависть гложет. Думаю, елки-палки, живут же люди, а. Живут же люди. Живут же люди. Живут же люди. Живут же люди. Вот. Так. Та-та-ра-та-та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-та-та. Блин, классно. Вот почему это не мне падают эти ресурсы? Скажите мне, пожалуйста. Я бы тоже хотел бы себе этих ресурсиков-то на аккаунте. Ну ничего, сейчас дойдем до самого интересного. Так. Открыли добра. Видишь, человеку есть еще и за какие ресурсы прокачиваться. Классно живут люди. Классно. Тут ничего не скажешь, блядь. Ну-ка, в комментариях напишите там плюсики, кому завидно. Вот, я сижу, завидую. Короче, ну я, конечно, добрый завистью. Вот. По злому завидовать нельзя, ребят. Это как бы плохо заканчивается. Так, давай, мешок с эмблемой 2. Окей. Редкий мешок с эмблемой. Окей. Давай дальше. Херня.
да что ж ты будешь... А, ну здесь это как бы... Воу-воу-воу-воу, пакет опыта, одна штучка, ребят. Тут что? Осколочки, ну... А, типа эти скины, ну скины для говногероев. Слушай, мы тут, походу, короче, ништяки будем открывать дольше, чем ролить. Ну-ка, все, нормально. Идем дальше. 3000, окей. Идем дальше. Окей. Да мне даже эти красные, вот мне даже вот эти вот сундуки с красными кристаллами и те нужны, потому что у меня все, у меня синие кристаллы закончились. Красные кристаллы тоже на исходе. Все плохо, ребята. Я не знаю, чем мне, как там на аккаунте у себя все прокачивать. Кому-то из вас там, наверное, камни Апекса нужны, к примеру. Да. Да. Но мне интересно, вот знаешь, мне с этих мешков Динамо толком и не падало. Посмотрим, как падает у подписчиков. Так, ну здесь стандартная фигня. Ясно, понятно. Тут, воу, тоже, бля, просто бард и дуэлянт. Просто абсолютно стандартная залупа. Так, это ерунда. Ну что, мастер рун выпадет? Нет, конечно, тоже стандартная залупень. Слушай, меня уже запарило эти скины открывать. Господи, и какие ящики не открываешь, везде одно и то же говно неинтересное падает. Уже, не знаю, вы объединили бы в один ящик. Вот смотри, вот здесь примерно, да, визуально то же самое говно будет падать. Хотя, по сути, ящик другой. Он, типа, должен быть намного круче. Ага. Значит, да сейчас. Да сейчас, ребята. Окей, дальше. Что у нас тут? Эти ресурсы летят к человеку просто рекой. Просто рекой. Окей. Не останавливай. Воу-воу-воу. Тут что? Рудименты. Па-барам-пам. А вот это что такое? Сундук обликов эпических. А, это облики только для эпических героев. Воу-воу-воу-воу-воу. Прям, блядь, облики, так облики выпали. Я мне не знаю, что делать с ними. О, божечки. О боже, ну питомцев уже открывать не буду, вот эти вот еще открою. Ну, видишь, это эпически. И, кстати, отсюда нормально так падает осколков. Ну что, 20 мешков, 20 мешков, финал этого видео, 20 мешков Динамо первого уровня. Ваши ставки, ребята, вот ставите видео на паузу. Видео ставите на паузу и в комментариях пишите, как вы думаете, сколько упадет осколков. А потом проверяете, вы Нострадамус, Ванга или нет, вам надо идти в казино играть или нет, вам нужно там all-in идти. Вот. Ну давайте я предположу, что выпадет 35 осколков. Давай так. Давай 37. Раз, два, три, три, два, один, погнали! Я просчитался. Вот если бы, знаешь, если бы это были мои 10 мешков, мне бы выпало там, не знаю, мне бы выпало 23 осколка. Короче, выпало, ребятушки, 82 осколка. Вот. Так что, я думаю, надеюсь, кто-то из вас отгадал. Вам же пожелаю огромнейшей удачи. Всех целую в пупок. Пока. Лайк-то поставь.